Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Комарова приняла участие в очередной видеоконференции. Она ответила на вопросы представителей средств массовой информации и блогерского сообщества Березовского района. Вопросы были самые разнообразные. Касались они как социальной сферы, так и дальнейшего экономического развития муниципалитета. В частности, людей интересуют авиационные перевозки, модернизация водного транспорта, утилизация бытовых отходов и дальнейшего благоустройства поселений района. Естественно, что приоритетным остается развитие социальной инфраструктуры. При этом губернатор Югры отметила, что комфортное проживание в Березовском районе напрямую будет зависеть от экономического процветания. И потенциал в этом направлении есть. Одной из составляющей экономики Березовского района является развитие рыбной отрасли. И с целью ее развития, в том числе и в Березовском районе, реализуется в регионе приоритетный проект создания производства по переработке водных биологических ресурсов в Березовский, Белоярский и Антепский районы. И Ханты-Мансийское, как якорное предприятие, Ханты-Мансийский рыбокомбинат. Среди точек роста Наталья Комарова назвала и развитие туризма. Для этого можно использовать историко-культурный, этнографический и рекреационный потенциал. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. На территории муниципалитета работают несколько частных предприятий, которые осуществляют туристическую деятельность. Третьим направлением является модернизация городской, социальной и транспортной инфраструктуры, что тоже в значительной мере повлияет на экономическое развитие. Валерий Белый, Роман Тягунов, АТВ «Березово». Репортажи АТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион».